Привет всем любителям хорошего звука. Я вот такой вот усилитель нашел. Называется он Лома. Я не знаю, что это за усилитель. Работает он или не работает. Но выглядит он довольно винтажно. Давайте посмотрим внешний вид. Нереальная толщина корпуса данного усилителя. Металл прям чувствуется мощный. Так, здесь индикатор. Это я не знаю. 6 туда, 6 туда. Вот это, скорее всего, регулятор громкости. Вот. Ручка у него тут такая есть. Скорее всего, это от какой-то передвижной киноустановки. Ну, я так думаю. 35-16. Это я так не понял, что это. Так. Предстоит разобраться. Затем у нас тут есть решетка. Резьба. Наверное, сюда устанавливается акустика. Ну, я так думаю. Ручка. И мощные ножки. Крутейшие такие, прям хай-эндовые. И опять же решетка. Так. О! Вот она, пятиштырьковка. Так, здесь что у нас? О, акустика. О, ну это прям очень винтажный аппарат, конечно. Не падай. Так, что тут под акустику? Ну, он стерео вроде. Предохранитель. Не знаю, как он по качеству звука или работает ли вообще. О, сюда подключается сетевой провод на 220. Ну, в общем, вот такой вот аппарат. Выглядит он довольно масштабно. Тяжелый, очень тяжелый аппарат. Лома. Транзисторный одноканальный усилитель Лома 6U34. Мощность номинальная 24 Вт, пиковая 48. Частота до 100 кГц. Имеется микрофонный вход, гитарный вход, ручка для ношения, вес около 8 кг. Оснащался удобными переносными колонками 25А108, 2 штуки, с динамиками 4А28, общий вес 10 кг. Надеюсь, видео понравилось, ставьте лайки. С вами я прощаюсь, пока-пока.